люминтоп L1A и L1C. Два фонаря под разные форм-факторы КБ. Что их объединяет? То, что это одна серия, и единственное настоящее отличие у них, это то, что в одном рефлектор мятый, а в другом гладкий. Во всем остальном по ТТХ они идентичны. Хоть производитель и разделил эти фонари и продает их как два различных, у них прекрасно взаимозаменяются головы, потому что это одна и та же голова с разной маркировкой. И работает она в диапазоне примерно от 1 вольта, то есть от пальчиковых батарей, либо аккумуляторов, до 4,2 вольт, ну, то есть от лития. И даже корпус у них в диаметре у фонарей одинаковый, ну и уголов, соответственно, тоже. Разнится только толщина стен. У версии L1A, в которой используется пальчиковая либо 14500 тип батареи, стенки толще. Ну, просто потому, что сам диаметр батареи меньше. Вес у фонарей 50 и 62 грамма. Ну, соответственно, та версия, которая побольше, А, там больше грамм. Которая меньше, С, там меньше грамм. Оба фонаря с IPX8 и даже ТТХ на коробке идут рядом. От батареи светит в районе 130 люмен, именно от пальчикового, либо от аккумулятора никелевого. От лития в районе 270 люмен. Анодирование хорошее, клипсы мощные, переключение режимов происходит путем вращения головы. В комплекте все вообще великолепно. Отличный чехол, идеально подходит для размера фонаря А, ну а С тут вообще туда со свистом входит. Чехлы опять же одинаковые. Прекраснейший темляк с собачкой и еще бегунком на веревочке. Короче, ну просто невероятно. Я такую конструкцию редко где встречал. Дополнительный зип-комплект и комплект для задней кнопки, еще резиновое покрытие. В общем, имеем два EDC фонаря, очень миниатюрных, при этом в тактическом дизайне, с просветленной оптикой и агрессивной защитной короной. Тактический дизайн выглядит достаточно няшно в такой миниатюре, как ни крути. Ну и пусть каждый сам решит, что ему удобнее, фонарь на CR123 16340 или фонарь на 14500 2A батареи. Это, как говорится, у кого что распространеннее. Мне, например, больше по душе на 14500 2A батареи, потому что CR123 16340 в России не так часто встречаются. Ну а, например, там в Европе, ну, или в тех же Штатах, там вообще этого навалом, как обычные батарейки, эти CR123, они использовались и в фотоаппаратах, и где только не было, там в той же Японии, опять же, их легко найти. Так что тут каждый сам решает, и, видимо, производитель тоже, ну, думает, что одному рынку нужны одни, другому рынку нужны другие, ну и плюс еще габариты, для кого важны, конечно, 16-340 гораздо меньше. На ночных тестах оба ведут себя достойно для своих люмен, и здесь ничего не добавить, не прибавить. Все прекрасно светит. Да, у одного мятый рефлектор, да, у второго гладкий, но, по сути, особо сильно ни на что это не влияет. Как бы не те размеры голов, не та мощность люмен, чтобы прям вот, ну, прям сильно-сильно это замечать и сильно-сильно какую-то разницу иметь. Но, тем не менее, опять же, есть выбор для эстетов, и это хорошо. У меня на этом все, друзья. Яркого вам света в любое время суток. У микрофона был Олег Гром. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. Приходите на Patreon, поддержите. Спасибо всем, кто уже это делает. Вы красавчики. Удачи!